Алекс, вообще-то это мои книжки. Я по ним работаю. А зачем ты их дерешь? Ай! Вот так, да? Вот так, да? Алекс, тебе не стыдно? Вкусно, да? Вкусно. Это называется отнеси все назад и не приноси домой. Хулиган какой. А, вот все папе расскажу. Ай-яй-яй-яй-яй. Это не ты, да? А кто? А кто это сделал? Ученик у тебя никакой. Ты двоечник у нас. Двоечник. Посмотри на меня. Стыдно, да? Стыдно. Ах. Ну, молодец.